Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монета 5000 лир Турецкой Республики. Монета выпускалась с 1981 по 2000 год. Период инфляции в Турецкой Республике. Вес монеты 10,3 грамма. Диаметр 28,5 мм. Гурт с надписью «Турецкая республика», разделенный орнаментом. Толщина монеты 2,4 грамма. Монеты изготовлены из латуни. Монетный двор Стамбул. Тираж монеты 69 504 000. Видим номинал 5000 лир, год 1994, малый герб Турции, скорее символ, полумесяц со звездой и цветок. На обратной стороне в центре мы видим изображение Мустафы Кемаля Ататюрка и надпись «Турецкая Республика». Мустафа Кемаль Ататюрк – это османский и турецкий государственный деятель. Родился он в 1881 году в вилаяте Салоники. Современная Греция, тогда была Османская империя. Умер 10 ноября 1938 года в возрасте 57 лет. Основоположник и лидер современной Турции. Очень уважаемый человек. Ему принадлежат такие слова, можно сказать, цитата. Война должна быть неизбежной и жизненно важной до тех пор, пока отечество, пока жизнь нации вне опасности. А так война – это убийство. Такая монета, друзья. Всего вам самого доброго, удачи и хорошего настроения.